Но пока все эти удары, как мы видим, получаются неточными. Ну, такой достаточно незамысловатый футбол играют санкт-петербургские футболисты. Смотрите, какая ошибка! СПБГУ выходит вперед, а забивает никто иной, как Евгений Ярошенков. Подключает к атаке партнера. События развиваются уже в штрафной площади. Удар со средней дистанции очень опасно у ворот санкт-петербургской команды. Больше всех ему достается. Не останавливает встречу арбитр. Встреча продолжается. Пас в штрафную. Падение. Молчит судейский свисток. Выбивает мяч с линии ворот защитник. Передачу штрафную. Вот только сейчас один из футболистов решил сделать поперечную передачу. Ну, а далее мы видим дальний удар из-за пределов штрафной площади. Еще и дальние удары у него отлично получаются. 1-1. Все быстро и стремительно в нашей встрече меняется. Обменялись команды в первом тайме забитыми мячами. Снова Куготов возвращает мяч в чужую штрафную. А это дальний удар, весьма симпатичный. Весьма перспективную. Вот на этом участке поля, как мне кажется, у них есть численное преимущество. Дальний удар, а будет ли добивание? Вот здесь какая-то неразбериха присутствует в действиях команды из Санкт-Петербурга. Голкипер далеко выходит из ворота, мяч попадает в перекладину. В общем, в первом тайме команды сыграли в ничью. Я предлагаю немного отдохнуть. Освобождается футболистка БГУ. Дальний удар. Мяч летит в створ. Сейчас будет еще одна подача в штрафную площадь. Только на сей раз с правого фланга. Опасно было у ворот Вадима Ракутина. Вот это был дальний удар. Санкт-Петербург в атаке. Ярошенков. Ярошенков обыграл соперника и пробил с левой ноги. Мяч оказался в сетке. 18 номер СПБГУ оформляет дубль. Ему виднее. Снова последовала подача штрафную, а это была попытка удара через себя. Набирает скорость нападающий команды СПБГУ, заходит в штрафную площадь, серия ложных движений и удар с правой ноги. Хороший обводящий удар только что получился у Тимерлана Карданова. Пас назад у Тимерлана Карданова. Карданов выполняет передачу. 11 номер. Левым флангом атакует футболист из ПБГУ. Ярошенков смещается в центр и бьет. Дает время судья. А вот сейчас мы слышим свисток. Основное время матча подошло к концу. Команда СПБГУ одерживает победу со счетом 2-1. Ярошенков становится главным героем встречи, об этом я уже говорю официально.